Замечательный настрой. Сегодня мы видели эпичнейшие сражения между такими коллективами, как Duo Whoop и команда Eternal Envy, где, в общем-то, одни и вторые ребята показывали замечательную игру. Ну и в прошлой игре я вообще был удивлен увидеть в американской доте самое настоящее мясо, которое 50 минут прям вот было наполнено огромным количеством экшена, где погибали как одни, так и вторые нон-стоп. Там Мипарь все-таки свое дело сделал. Да, Мипарь... подфармливал периодически, когда я вообще как подумал, короче, Мипарь под Кункой, вот под его бафом корабля, и не дай бог будет еще один сейвер, невероятно опасен, если парень на нем умеет играть, поэтому надо как-то, ну не знаю, как-то вот быть готовым к этому. А то вроде бы вы напикали, вроде бы у героя, у вас хорошие герои, но из АУЕ там, по-моему, был только, ну, толком один Джиггернаут. И, как мы видели, его не хватило впоследствии. Не знаю, мне кажется, здесь ДВ смотрится посильней, именно составом. Я не говорю по пику пока, но Way Too Sexy, Snake King, Джейсон, компания такая. Джейсон — это тот самый Джейсон, который играл за ЕГЭ? Нет, там играл Мейсон. Мейсон. Да. Он, по-моему, после того турнира больше нигде не играл. Осталось 10 секунд. Лол. Ну и хватит. Блин, это же прикольно ему, он где-то был там, играл в свои папчики. Его позвали, а давай с нами. Оп, лям забрал. И все, видимо, ему этого ляма хватило, он дальше там сидит и где-то на Гавайях отдыхает. Красава. Так, ну, бесконечно не проотдыхаешь. Да, и у него, короче... Короче, молодец парень. Вовремя ворвался. Ну что, тут минус Тимбер, минус Акс, минус Войс, минус Джиггернаут. Интересный набор банов от Not Today. Да, у них такие баны, вот они прям намекали, что мы будем брать Мипаря. А Дувоп решили от него избавиться, чтобы больше такого не было. Правильно сделали? Ну, страховка. Она лишней не бывает. Если там парень на нем может неплохо отыгрывать, то зачем рисковать? Да, сейчас бы забанить какого-то героя, который круто синергирует с Shadow Demon'ом. И при этом очень силен против Кунки Оракла. Куда там Морф? Луна? Потом? Ну, вот я имею в виду иллюзии. Не, Морф, по-моему, самый нормальный из всех. А если, конечно, там умеет играть. Да, антимаг тоже неплох. Вот. Призадумались, что забанить. Марфа. Много героев. Ну да, Марфа на самом деле можно убрать. Он один из самых популярных сейчас. Ладно. В общем, Not Today нужно каким-то образом решить вопрос с Ораклом. Как бы Shadow Demon — это против Кунки, будет прятать кого-то. Бетрайдер будет идти вперед, но вот Бетрайдеру нужен какой-то союзник, который, возможно, пойдет вместе с ним. Дуву решили, что этим союзником будет Лайстиллер. В данном случае МТС-бомб не самый худший герой. Очень крутой герой против Кунки. Корабль пускаешь, нажимаешь рейдж. Пускаешь талент, крест, нажимаешь рейдж. Если рейджа нет, у него просто нажимаешь инфест. Есть варианты, как выкарабкаться. Да и тем же Ораклом не сможешь дать дизарм, потому что в рейдже Лайстлер не прощает. Ну что, классный бан получается, офигенно. Ну, в теории так точно. Алхимик. Угу. Мы сегодня уже видели алхимика. Ну, Shadow Demon, он работает. Shadow Demon, он работает прекрасно. Ну, это если он доберется до необходимых айтемов. Потому что в начале алхиму... Смотри, Никс, я так понимаю, оффлейнер. Да. Или Никс мидер. Оффлейнер. Оффлейнер. Значит, Кунка либо саппорт, либо какой-то гор. Я думаю, это два суппорта, и Оракл, и Кунка. Угу. Тогда остаются два кора, это мидер и керри. Да, я при этом им сейчас легко выбрать. Они же видят алхимика. И, может быть, Not Today сейчас еще кого-то откроют. Но я бы на их месте не показывал. Я бы просто взял хорошего героя с Shadow Demon, чтобы они могли вдвоем бегать и что-то делать под Disruption. 5 секунд. Осталось 5 секунд.
Загнались, я уже... Да, они сами не знают, что это. Рандом. Скайрасмейдж, но... Стрём, на самом деле. Ноль армора герой против Никса. Кунки еще и Сларк появляется. Чё-то мне не нравится их пик. Совсем да. Прям. Сларк пока их просто режет всех. Единственный такой супер крутой контроль — это Бэтрайдер, но... Даркпак там здесь все контрится. Да. Абсолютно все. Собирает БКБ, и единственный контроль на Сларка будет это Бэтрайдер. Но там всегда есть Оракл и прочее. Осталось 5 секунд. Ага. Сларк мне здесь очень нравится. Минус Рейзер. Боятся то, что Разор пойдет против Алхимика стоять. А кто здесь неплохо против Алхимика постоит? Давай подумаем. Ну... Инча? Урса хорошо стоит против Алхимика. Тимбер, Якс забанен. Они тоже, кстати, против него сильные. Осталось 5 секунд. Ну, там еще есть какие-то извращения, допустим, Shadow Fiend, который набирает много дэмэджа и всех добивает, но он по игре уязвим, поэтому... Забанили еще и Разора. Разор, кстати, тоже хорош против Алхимика. Сэшечку нажал и дэмэдж высосал. Какого-то кора надо убрать, смотри. Ду... Воп, чем забанить? Что против Сларка круто смотрится? Антимаг. Эбмарфол. Но не с алхимиком. С алхимиком антимаг фигня полная. А морф хорош. Морф вообще зачетный. Минус Урса и себе ОД. Вот так вот. Мы его сегодня все время видели в бане. Все-таки до пика он дожил. Он будет спасать отрывы Бэтрайдера. От Саленса Скайразмага. Ну и против алхимика себя неплохо чувствует. Да. Офигенно чувствует против алхимика. Ну, понятно, что алхимик фармит быстрее, когда он там с армлетиком, радиансом, троллами фармит. Но если они каким-то образом будут на равных там 6 на 6 слотов, то алхимик чувствует себя получше. А это алхимик Визелин. Да. Ну, надо как-то было спасать его с центра. Темпларочка хороша против вот она стоит. Рефракшн накинул и пошел бить. ОД маленький раньше, можно еще и похарасить своим сплэшем. Ну, по-моему, Сларк убивает всех. На Сларка контроль одно лассо. Все. Да, ну можно какой-то ультраудачный сейланс, конечно, дать после Даркпакта и пытаться его замесить. Там в любом случае еще будет либо БКБ, либо какой-то инвиз. Его не так просто взять. Ну и Оракл всегда есть. Да, и ОД, если что, тоже на страховке. И корабль. Тут вообще Сларк просто будет героем этой игры. И на нем играет наш мальчик, смотри. Осталось 10 секунд. Это тот парень, который был инче. Он просто сейчас их уничтожит. Кстати, местный мир. Он сейчас ходил в мид. А он по-разному ходит. Он то в мид ходит, то в легкую ходит. Там, по выбору. Ну что, по составчикам. Давай. Way to Sexy будет играть на кунке. Наши великолепные палочки на Сларке. Snake King OD. Фли Никс Ассасин. И Джейсон на Оракле. Да, и команда Not Today, где Стэндин прямоугольнички играет на Алхимике, Сворд, Бэтрайдер, Джерри Сан, Шадо Демон, Гриди, Медовая Темпларочка и Скоуфилд за Скайразмага. Ого, ты посмотри, что творят. Интересный мув. Очень интересный. Это совсем жестко на самом деле. Форману. Да. Много ресурсов, конечно, тратят. Фласки, 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 все отлетает. Ну, придумали классно. Вообще, знаешь, это реальный шанс вот именно выбить вот этих вот фаворитов. Это реальный шанс их выбить. Ну да, ты вначале получаешь какой-то буст. До выхода крипов еще. И никогда не подумаешь, что такими героями Рошана можно забрать. Вон они все битые. Да. А Игис для алхимика второй уровень сразу получает у него, и теперь есть... И баунти, 1000 голды. Вообще все замечательно. Ботл уже может выезжать. И сапог. Довольный, довольный. Прыгает, танцует, радуется. Не, все круто.
Все круто для них. Бэтрайдер второго может и в леса сразу уйти. Я только не до конца выкупил, зачем они отдали ему Аигис, если он сейчас пойдет наверх. Он же все равно этот Аигис вряд ли сможет реализовать. Может. А в центре темпларочка с ним может идти и бычить. Точковаться. Не знаю. Он в авторитете. Он главный. Кидает с тангусами. Маны нет. Ну да, и сидспрей закинуть не может. Ну, темпларка тут по уровню будет ОД обгонять очень неплохо. Хотя у ОД есть небольшой бонус. Под инаем. Да? Что он всегда может спрятать и... А еще сейчас сюда подошел Скаймаг. Он тут же экспириенс ворует. Ну ему, видимо, заняться нечем. Там снизу... Сларку ничего не сделать. Ну, там хорошая трипла, цепляет Сларк, потом еще Кунка накрывает торрентом и привязывает Оракл. Пусть бы Трайдер просто эту экспу получает, а Скай в это время в миди голубей побросает. Вот подходит типа Кунка на помощь, но Кунка он не такой, как Скай. Он миличник. Он максимум, что может сделать, это закинуть торрент. И получается, что он просто берет экспу. Да, вот это не особо помогает. Торренты только на сейф, на атаку они его вряд ли здесь смогут использовать в ближайшее время. Ну, пошел наверх. Он сейчас сверху, может быть, с Никсом что-то придумает. Тут алхимик, который не имеет сапога, у него мало маны, и, можно быть, получится помочь Никсу. Никс очень хорошо стоит. Третий уровень, третий плейный. Так, можно подкопать. Попробовать. Подкопали ШД, торренты, да, ШД, сет спрей, ШД здесь погибнет. Ой, как красавцы. Как же они сыграли. Просто вдвоем разносят троих. Ну, там алхимик, конечно, единственное, чем поучаствовал, это Acid Spray. Они, кстати, третьего уровня. Он пока не берет никого. Ай, не попал. Если попал, то, скорее всего, забирали бы. Что вот эти, я уже говорил, ноль армора на Скаймаге, ему тычки будут залетать увесистые. И Скай, наверное, можно отходить, он как бы здесь стоит. И решили добить стики. Надо было карапасы прокачать. Вот сейчас стан. Пошли карапасы, можно стан. Подкопать. И Скаймаг, то, о чем мы говорили, для физ дэмэджа слишком уязвим. А можно бежать, кстати? Тайдбрингер очень скоро откулдаунится. Алхимик старается застопать, но у алхимика нет сапога. Он решил, что его и без сапога дорвали. Но что-то этого кубка вырывается. Ну, прям сейчас можно кидать и тычку. А можно просто руки? Спрятался. Прям сейчас, и надо это место тарет, ставить. Тарет. Так. Ой, можно да. Его поставить торрент и бежать. Да, убегать. Ну вот они и просто овнят. Они мало того, что сражаются против тех, кто забрал так, Ашана. Так, тут на ботами приходит парень с нулем армора. Что он здесь делает? Не знаю, ищет... фидонит, ищет Сларка, ищет... подкармливает. Ищет свое место. Ну это очень плохой герой против ребят, которые физой делают. Тут Бэтрайдер свой что творит. 7 стаков. Но еще один. Забрать, еще один. И еще один. Крест есть. Очередной торрент. Кунка отлично пробивает. Там 5 стиков, там 5 стиков. Он байтит, байтит. Сейчас кушает стики. Сейчас 6 стиков погибнет. И можно подкопать. Кунка карапасы, погибнет. Подкоп. И Никс погибнет. Они оба погибнут. Лол. Нет, уйдет. Никс еще может уйдет. Потому что Firefly уже заканчивается. И Бэтрайдеру лучше отсюда уходить. Он закупается. И Эншентом отдаться. Просто как? В соло. Раздёс двоих. Армлет появляется у алхимика. Аегис, армлет. Армлет на 5-й минуте. Это неплохо. Панетворс мы видим. Насколько он впереди. Ой-ой-ой, темпларочка. 8-7 хп. Еле живая. Бэтрайдер успокоился. Все, теперь самое время получить экспулю. Ну, Бэтрайдеру надо за... быть аккуратнее, потому что только Сларк далеко, тут за спиной. Да. Далеко лучше не идти, потому что Сларк того может тебя убить, если он пойдет паунсом. Вообще-то статы сейчас наворовал. Да, минус. Бэтрайдеру сейчас будет больно. Минус. Ну, очень странный врыв. Я не знаю, что он рассчитывает. Не рассчитывает дэмэдж. Там еще 8 стиков Оракла, ты как бы за ним мчишься. Ты же понимаешь, что он в любой момент нажимает стики, и у него пол хп. Странно, странно. Свои силы не рассчитал.
Сварку жапнул 6-ю, теперь будет постоянно фуловый на мене. Самое страшное будет здесь, когда Никс 6-й получит. Тут всякие скаймаги вот эти, они будут рассыпаться с полтычки. Да и Никс хорошо себя чувствует. Стоит он в харде, 5-й уровень. Ну, Пайта шталкинг еще, он 6-й. Но при этом Никс имеет счет 1-0-1, он продолжает вот набивать себе голдишечку. Агрится с тем же алхимиком, там вступает в конфронтации. И что, уровень скоро возьмет. Вот когда против есть такие булки, как Скайросмак, вот этот, ну, вот герой. Ну, то, что это корм. Это сладко. Они не будут под центрями постоянно стоять, их будут разваливать. Это десерт для Никса. Просто десерт. УД, неприятно. Спрятал в Астрал, здесь же Скай, залетает Бэтрайдер. Надо как-то засейвить здесь Нейкинга, его вроде сейвит, но здесь Скаймаг и с Нейкинга все-таки дотыкают даун по Файрфлаю. Шел, Сварк навстречу не особо ломится, видит Свардас, Ворк без лассо, пошел паунс, а вот тут подушечка неприятно будет. Хотя, 10 стиков Сварк. Ну, Оракла все равно забрали. Потрясающий размен, да. Продолжают они просто бегать и унить, там то вдвоем, то вчетвером. А в это время алхимик на фрифарме, и самое время ему уделить немножко времени. Потому что сейчас можно брать, сейчас у него есть спрей в двоечку, он очень сложно фармит леса. Сейчас у него ультимейт не такой опасный, и нет того же радианса. Или решили забить. Как бы кунка полетел наверх, ничего там не сделал, улетел обратно в мид. В миде тоже никого, лол, так необычно. Никого нет в миде. А, ну и вот будет сейчас фрифарм. Просто убежали. Он только рад постоять здесь, папаться немного. Никс, как много крипов, к нему к вышке подходит. Это апы. Это все уровни. Еще и денежки, кстати. Класс хити тоже неплохо. Да. Врывается на центр, старается пробить ОД, но Кунка наготове. Тарен свою уши отдал, поэтому лучше всего подождать следующего момента, который наступит через 6 секунд. И ОД решил, что ну его нафиг рисковать, и так нормально стоит. Врыв на Бэтрайдера, Даркпак проюзер, надо отходить. Бэтрайдер хочет побоковать. Да, заткнуть здесь, скорее всего. Можно переключиться на кого-то. Аккуратнее надо быть здесь с Ларку. Стики у него, конечно, есть, он пытается уйти. Джейсона засейвил. Не отдал своего дружаня. 5 стиков есть. Да, да, пойдет. А в это время Никс апнул себе 6-й уровень, у него появились травела, точнее появились аркан тапочки. И самое время идти кого-то прессовать. Даже если ты на Никсе не убиваешь, ну было бы здорово просто замедлить фарм. Например, той же Темплар Ассасинки, которая любит в миде постоять довольно-таки нагло. Да и на Эшентов будет рада пойти. И по-моему Никсу пора идти и исследовать территорию. Давай, Никс. Никс, Никс, Никс. Никс пока не торопится реализовать вендетту. Вот он. Так, летит. Ну, на ботами стычка. Джейсон пытается улететь, Джейсон улетает. Фонтане выхиливается. Карапасы, вендетта, Дарк Пакт. Ну, с Ларку надо быть аккуратней, да. На Файрфлай стоять. Больно. Сейчас быстро восстановится, где-то в тени постоит. Что у него есть? Ну, он апает стики, аквилл имеется. Дальше в Shadow Blade, наверное. И наводить экшен по карте. Хотя, может быть, и дайгер стоит купить, когда у тебя уже Никс есть в команде. И одного инвизера достаточно. Это такая палка на двух концах. Тут плюс в том, что ему реально есть на кого прыгать. Там бывают такие спорты, которых просто нельзя открыть. Дазл, там шаду, демоны. Один дизрапшн дал, второй игры, потом тп аут. А тут нормально. Да, тут вот так вот застрелил разок. Кто бы не напал, остальные герои успели стянуться. И продолжается у нас веселуха в миде. Бэтрайдер прям очень хочет ворваться. Точнее, ОД. Просто не отступается отсюда. Сларк там. Бэйби-ситит. Любимым делом занялся. Фарм лесов. На 9-м. Надо торопиться. Сларку. Быстрее выносить свой Shadow Blade. Осталось еще 1200-1300, и очень скоро жизнь пойдет. А алхимик? Ой-ой-ой, ты посмотри на этого алхимика. О, а вот такой нельзя давать.
Если ты такое даешь алхимику на 11 минуте, то жди беды. Ну именно по артефактам смотрел, собирает интересную сборку. Он сил, он боевой вариант, то есть у него будет очень много хп, статов, он пойдет драться. Да ему отдают, ты посмотри, сколько стаков, но это же мрак. Хорошо. Нет, так нельзя. Так, там забрали в это время у нас темпларку. Хоть как-то огрызнулись, но сколько в это время выформил алхимик? Да, но при этом забирает стаки у темпларки. Сильный удар по экономике. Ой, Сларк еще подошел, ничего себе. Да, все, не ходим на запах. Сларк купил себе Shadow Blade? Не, пока только Клеймор. Но... Немного остается. Ну, Сларк быстро фармит. Он леса может вырезать, у него сейчас еще и скоро 11 уровень будет. Приехал Клеймор, крыжные стики. Там Никс. Да, у него сейчас Вендетта откатится. Прекрасный вард поставили Not Today справа, чтобы просто палить, как Сларк уходит. Зачастую бывает так, что ну, он уходит вот сюда, ты это не видишь дело и не можешь понять, там то ли он гангать пошел, то ли ему Shadow Blade дофармить. А сейчас все прекрасно видит. Видит, как перемещается Оракл. Сларк пошел добивать свой Shadow Blade, и очень скоро будет готов ворваться. И нужно срочно ставить много сентри. Одна есть. Но одной сентри мало. Сейчас выбежит и Сларк, и Никс в инвизе. Если хотя бы один инвиз ты палишь, и герой убиваешь, то он, как правило, окупает все сентри, которые ты там купил. Причем в разы. Я думаю, Никс догадывается, что мид по-любому заваржен. Глупо было бы не вардить его. Да, алхимик продолжает фармить леса. У него уже 2200. Это 9400 нетворса. Как бы там Сларк не старался активно играть, сравняться с алхимиком по нетворсу не получается. 1.03 у Сларка. Алхимика 0.01. Поэтому алхимик становится замечательно. ОД. 9 уровень, начинает подпушить. Чем инициировать Not Today? Бэтрайдер только, а у него даггера нет. Он не может ворваться. И, видимо, просто решили стянуть всех. Ну, так, постоим, побьем, увидим, кто здесь находится. И, может быть, Сларк дойдет в спину. Сларк, мы видим, дефармил Shadow Blade. Крипочки, крипочки пока не особо агрессивно играют. Так, астральчиками обмениваются. К инвизам готовы. И решили сами пойти. Так могут. Почему нет? Ну вот Shadow Blade'ом, конечно, труднее взять сейчас. Ну, спид слишком хороший. Центральную башню сил тьмы атакуют. Сларк находит темпларку, но сам он ничего сделать не может. Рефракшн, конечно, даркпак там собьет, но дэмэджа столько не нанести. Да и мелда будет в любой момент. Хотя подраться, подефать. Вендетта пошла. Бэтрайдер. Бэтрайдер подходит, плащу Оракла, прожимаются карапасы, все застанились. Сларк, кого грызаться? Ой, спрятали его. Дизрапшн, ну почти дотыкал Скофилда. В итоге подкоп хороший от Никса. Это фраг. Один в один. Сларк. Еще один баунс. Запрыгнул на Бэтрайдера. Тычки от ОТ пошли. ОТ затыкал первого. Спрятал алхимика. Будет ли подкоп? Подкоп есть через секунду. Можно копать. Сларк. Надо упрыгивать на паунсе. У него Shadow Blade есть. 2 в 2. Ровная игра. Куданов очень мало. Ой, алхимик, ультимейт закончился, куда же ты? Переключай, переключай, переключай амулет. Не, не успел. Ничего, не загулял, загулял. Сларк запрыгивает, тычка раз, тычка два. Расправилась с первым, а Сларк отсюда как уходить на паунсе. На паунсе ушел. А вот туда отсюда не уйдет. Хотя, смотрите, кому Сларк уже фуловый, можно и подраться. Темпларка, как же она разваливается с этим дабл дэмэджем. Убивает рефракшн. Надо уходить мелд. ОД. Еще буквально пару дычек. Прожимаются крапасы. Подкоп попадает под темпларки. Дарк пакт работает. Минус темпларк и уходит в шадоу дэнси. Отсюда Сларк.
отличная игра. Сколько он раз был хуловым за этот файт? Подрался, отошел на пару секунд, вернулся. Ну и вот и здесь. Ну выживал, ну тычковал. Очень-очень много. Алхимик идет. Дальше на фарм, на эншинтов. Опасный момент для ДВ, в любой момент. Сейчас опасно. В любой момент тимпларка с алхимиком пойдут и заберут Рошана в одно мгновение, поэтому нужно идти и давить. Вообще нашли алхимика, случае. Подкоп, манаберн, бутрайдер, потащил, застанил саб карапасы, далеко он отдай отсюда не увезет, в итоге оказывается на хайграунде. Только не лети обратно, жди кого-нибудь, стараются дождаться Ская, Скай вешает Саленс, хороший мистик флэй по Никсу, но Никс все равно убегает, остается ОД, Никс танкует, карапаси ей застанил всех, кого мог, алхимик пошел в замес до конца и закидывает хорошую бомбочку, однако, какой же хороший корабль летел, но увы. ШД спрятал алхимика, и он все выживают на каких-то кропалях, все мансят, надо как-то спасать здесь Ларк. Ларка спасли, Даркпак. Всех спасли! Витян, эта драка... Никто не умер, при том, что драка вот началась вот здесь, Ну, это вот... жестко, на самом деле, было. Это очень круто, с ивами. С ивами обалденно играет. Но ДВ нельзя отступать. ДВ нужно вот прям вот идти и дальше продолжать охранять Рошана прям вот. Если алхимик с тимпарочкой заходит, он умирает сразу. Вот, прям. Сидспрей, дезолятор и все. Рошана как не бывало. Алхимик выфармливает. 11 тысяч натворцев против 8 тысяч Сларка. Ну и, кстати, не такой сильный разрыв. Гриди. Никс готов ворваться, Сларк тоже рядом. Темпларка отпрыгивает отсюда. А Сларк пытается найти какой-то таргет хотя бы. Фармить чужой лес тоже неплохо. Ну, когда попробует зайти, когда суппорты попробуют подойти. Бетрайдер. Нашли, начинают тычковать. Подкоп никуда, можно карапасы нажать, да, нажимает карапасы, ой, бутрайдер как потащил, здорово, шаттл дэнс в итоге в никуда, очень странный мув, что с кишкой будет? Бомбочку заряжает, поставил 40 его, стараются убить, врывая с ним парочка и расщепляет как одного, так и второго, стараются пойти дальше кого-то еще найти, но ДВ правильно сделали, что отступили. Никого не найдут, понятное дело, что идти драться 3 в 5, ужасно подставили здесь ОД с ораклом под одну банку. Да еще непонятно, куда шли. Сларк ультимейт потратил никуда, так что... Это Рошан. Это Рошан, ну, прямо здесь сейчас и едет сейчас. Ну что, нормальные ребятки идти оттуда, и они реально умеют играть. Ну так нормально играют. Ну да, вышку правда... хотя бы в ответ забрать. Для ДВ было бы уже неплохо. Что, Рошана задефать никак не получается. А Егис для темпларки, до дезолятора ей остается чуть-чуть, сейчас вот вышку забирают на ботами, уже почти готово. Как и теперь, наверное, посплитить там, постараться позабирать ТВРан, но ДПСа мало, ДПСа очень мало. Из тех, кто бьет по ТВРам, можно выделять Сларка, ну хотя бы если так спит, это полезные артефакты, ну и УД, который больше является специалистом по убийству живых противников. Так, алхимика видит. У него, кстати, нет Аегис, но у него есть блокинг бар. А через БКБ пока забирать нечем вообще. Сларк столько наточковать не может. Темпларку теперь не забрать, потому что у него Аегис. Хюрикейн Пайк появляется у ОД. Поможет против саппортов. Молодцы, шиф. Беда. В темпларку вгрызается, даркпакт и уходить. Я думаю, что Бетрайдер не псих прыгает туда. А, у него еще и даггера нет. Засада. Трапы расставлены. Варды стоят. Ну да, хорошая позиция для УД. А Бетрайдер все видит. Ищет момент. По-моему, вот он. Прям вот хватай и вези. Хватай и вези. У него нет даггера. Блин. Нечем он просто такую точку занял, что как будто вот он сейчас прыгнет.
Он просто так стоял. Да, уже сабля готова у Снарка. Так, ну, классно, так классно инициировать вот отсюда. Ты стоишь, допустим, битрайдером, и любой плюс один. Ну, либо скай, либо темпларочка, чтобы заливать. Один герой неожиданно ошибся, например, здесь вот так вот тебя вытащили. И остальным придется оббегать вот по краешку. Вообще, наверное, лучшая точка для битрайдера в доте. Слишком много вариантов. Недовольство выражают ДВ-паузой. Логично, как бы уже давно сидят, давно играют. Да и мы давно сидим уже с тобой. И мы давно с тобой сидим. Через полчаса будет как 6 часов. Это у тебя, у меня через полчаса обычно будет время, в которое я встаю. Не, ну это понятно, что... 7-8. Я тоже так встаю. У меня уже график выработался, я в 12 ложусь и в 8, в 9 встаю. Сегодня удар по графику был. Это испытание. Рухаб готов ко всему. Г, но не г. Потому что нот не одобряют. Не одобряют. Посмотри, какая прикольная закупка у Ская. Нулик, нулик и аркан буцы. Не особо дают ему и два ТП. И два ТП с собой носит. Просто игнорят. Снейкинг там изливает душу, но нет. У нас когда была какая-то лига, у нас когда была лига IHKS, ну и там вот играли все эти знаменитые популярные игроки, там, короче, вот если какие-то ситуации возникали, там, например, нужно было намашить ПТС, то там наши ребята СНГ могли договориться, говорят, да, ладно, хрен с ними, забирайте победу. Снейкинг просто отжал паузу, прикинь. Во, да-да. Наши ребята могли договориться, а там, допустим, шведы тоже были такие сговорчивые ребятки, а вот эти ребята любят, прям бороться за вот очки, это как престиж, и любыми способами, любыми средствами. Все правильно. И тем правильно. Победа любой ценой. Да, надо тренировать с детства, в детях. Знаешь, как это, если человек случайно упал, ты с ним добился дуэл, добей его ногами. Да. Вот. А чё он падает? Правильно. Пошел Сларк. Сларк пошел на пошёл охоту. Искать. Ну, я думаю, мимо трех ренжовых тут... крипов, да тут... невозможно пройти. Ах. Блин, одного он... Одного только забрал. Ну, он там такие его ребятки ждали. Центральную башню сел. Просто Скай, Бэтрайдер, кого угодно, прыгай и убивай. Он решил нет. Пришел, убил трех ранжевых крипов, спалился и побежал обратно. Но Бэтрайдер, может быть, кого-то сейчас своит с блинком, да? Может быть, ОД? Реакция! Реакция есть? Тут Оракл, поэтому все. Бессмысленно. Сейчас он достанет сам себя. Еще и Алхимик может взорваться. Взорвался, но продолжение никого не будет, так не знаю. Оракл, попытка сделать тэп-аут, закнул Темпларку, флеймбрейк. С опозданием. И ОД просто уходит на форстафе. Хотя Бэтрайдер хочет его догнать, но чем? Сбивать нечем. Очень хотели подраться здесь нот, но не вышло. Тишина. И тишина и покой наши. Лакин Бар сейчас будет готов у Сарка. И 16 уровень не за горами. Ему будет все нипочем. Алхимик, конечно, вырывается, он там умеет. Много денежек у себя, 5000 голды. Но с другой стороны, за один килл это все отбивается вообще сразу. А баша же появляется. Мне нравится такой боевой билд алхимик. Еще бы он шел драться с ним, и было бы вообще замечательно. Причем какой-нибудь артефакт, который позволяет ему дойти до своей цели, там, либо блинк, ну, вот с таким билдом, чтобы убивать, либо там, может быть, какой-нибудь сильвер рейдж, кто его знает. Ну, любой шанс, чтобы дойти до врага. Было бы замечательно. А он скалит на мид. Падает вышка медленно, в топе уже упало Т2. Сларк может попытаться подойти к хайграунду, но отходит. Отходит вместе с УД. Готовы поддефать Т2, я так понимаю? Ну, почему бы нет? Ник с 11-го в Виндете. Он сейчас уже прекрасно понимает то, что не так просто подобраться. Везде, скорее всего, варды. Возможно, даже гемы есть.
Ждем момента. Подошли, сделали вид, что мы отходим. Бутредер в это время кого-то ищет. Бутредер и гем. Очень нерешительные. Смотри, они с Аегисом идут, они очень нерешительные. Они как-то вроде бы стоят под тир 2, вроде бы иди бей, но сейчас пошли в смоке. Очень опасно. Ой-ой-ой. Кому повезет? Вот тут реально кому повезет. Пока ДВ делают правильно, они стоят на горе. Заканчиваются действия Аегиса. Оракл спалил движуху. И выжил. Сларк. Вгрызается с Скофилда. Спрятали его неплохо. Дизрапшн живет. Можно пожимать Блокинг Бар. Прожал Блокинг Бар. Вот отсюда уходит. Корабль в никуда. Тут Райдер кого-то зацепит. Да, зацепил. И потащил отсюда Никса. ОД. ОД, надо тычковать. Надо тычковать, наращивать интеллект. Иначе не победить. Так, где арбы? Чего не работают? Только сейчас пошли. Хороший ультимейт. Пока 2 в 2. Сларк. Есть вижен по нему? Нет, уходит. Нет, уходит. У кого гем? Кто забрал гем? А, гем забрал Сларк! Обидненько, на самом деле, когда у тебя дропают гем на 25-й. И до этого Сларка. Да, он его выбрасывает, и у него все хорошо. И теперь и Никс получает немного свободы. Ну и Сларк, понятное дело. Да, Сларк у нас покупает БКБ, теперь он официально неуязвим. Его очень тяжело поймать, если он все правильно будет делать. Ему достаточно видеть, только как бы трейдер, вот, где он находится, и он будет ко всему готов. И надо идти реализовывать. Продолжает фармить вражеский лес, но отсюда вообще никого не выходит. Ну, можно понять, не еще и Тепларочка, она любит по защитным позициям перемещаться. И Сларк ждет своих союзников. Алхимик уже улетает. Точнее, убегает на ноге. Много фарма. Сларк не хочет мимо нее проходить. Правильно делает, наверное. А есть ли смысл сейчас драться? Ульт ОД в КД еще 80 секунд. Варды почекали. Очень агрессивно играет Сларк такой. Нагло фармит. Бетрайдер. Хотел ворваться. Он уже без гема. Уже без гема. Варды это, конечно, круто, но... Не то. Какая выдержанная игра. Неторопливая. Да, ну, просто посмотри, последний... Преимущество небольшое есть. Ну, последние киллы, смотри, как были сделаны. На 18-й минуте. Это был один килл, когда убили Деваура. А до этого был только на 15-й. То есть они за 10 минут сделали один килл. И довольны. Кто опять... понял жизнь, тот не спешит. Да, опять алхимик. Но в отличие от вот бывших версий алхимика, здесь немножечко другой расклад. Он купил себе башер молнии. В принципе, если он ну загрейдит башер и загрейдит молнии, вообще будет хорошо. Там дэмэджа будет очень много. Ну, Мессидин нормально будет. Да, то есть главное, чтобы он сейчас не увлекался огнем. Бетрайдер запрыгнул по цепи Оракла, Мистик Флеер, там у Оракла шансов нет. Я думаю, драться не стоит. И отдавать кунку, если он не уйдет. Даже с гема можно его отдать. Вряд ли он уйдет. Ой, корабль! Ой, еще Никс поставился. Убегает отсюда Никс. А он гем забрал. Красавчик, лучший. Так, первые молнии есть. Варюга. Молнии имеется. Я хотел тебя спросить, Витян. Да. Ты когда-нибудь пробовал свои артефакты засовывать в инвентарь противника? Противника? Да. Не. Я ну, думаю, своим представьте... тиммейтом, чтобы забрать Аегис, я... Я вот думаю, представь, вот упал Рошан, допустим. У тебя ТП, а у врага 5 слотов. У него есть пустой слот. Ну, враг. Засунул ему ТП и сам сорвал Аегис. А? Как я придумал? Нет, это неплохо. Но это надо, чтобы враг тебя не видел. Можно и просто своровать. Не, ну когда в этот момент, когда вы там вдвоем бьете Рошана, все там, все или ничего в этот момент. Вот, я про это. Таких моментов. Ты про много... врага или про тиммейта? Я про врага. Тиммейту я закидывал, а вот. Не, тиммейту, я думаю, все закидывают по КД. Когда ты идешь брать Аегис, самое главное, чтобы ты показал, что ты его брать не хочешь. Иначе там люди сделают все, чтобы ты его не взял.
Вот, я обдумывал свои коварные планы. Ну, что-то много пауз в этой игре. Лучше бы столько киллов было. Да. Ну, сейчас дезолятором вышечка. Уедет на покой быстро. Выходит спидпушит, но дэмэджа у них мало, у Д уже нужно лететь. А у Д КД 5 секунд. Но все равно успевает. Успевает, успевает. Там пока подымутся на хайграунд. Они должны заходить, у них есть Аегис. Тиммейт начинает кромсать. Это боевой алхимик, который вышку уничтожает. Бэтрайдер кого зацепил? Никого не зацепил. Он просто погибает там. Выиграл времени, конечно, много. Снесли Т3 ценой Бэтрайдера. Вот если бы это был барак, то они остаться хотят. Да посмотри. Посмотри на этих жуков. Их в центре стоит. Ну, вард спалили. Крест. Можно подкопать. Ой-ой-ой, Никс просто поломался. Он еще и гема дал. Это такая ошибка. Так это заход на хайграунд сейчас будет. Никс сейчас, по-моему, катку залил, честно. Он рассчитывает на ОД. Запрыгивает Оракл на парк, старается. Начинает разваливать под нудом. Темпларка с Аегисом, оно ничего не боится. Алхимик пошел быковать. Может спускать, спустил, но блокинг бар. Никс вообще убегает отсюда. Остальных просто рубит. Сларк бежит, ТБ больше нет. Можно бить барак. Дропа Егиса пока. Надо успеть задефить. Алхимик результат 10 секунд. От этого надо играть. Темпларку вернули, БКБ нет. То Сален, Сларка Сларк все еще отступает. Темпларочку продолжает бить. Пунков хочет ворваться. Подожди, ОД, если какой-то подсейв, пошел крест. ОД, тычка с молдам. Ну и там под минус армором шансов нет. Сларк просто упрыгивает, флеймбрейк. Никс, Крапаса никак здесь не помогает. Бараки падают. Сворд отсюда улетает. Надо уходить. Байбек от ОД. Алхимик вроде не прочь, чуть подраться. Я смотрю, пошла колба. Disruption. Бэтрайдер запрыгивает. Хороший флеймбрейк. Снэйкинг. А он после байбека. Он после байбека. Это таверна в очередной раз. Сларк отсюда тоже может не уйти. Да. И у него байбека нет. Это, по-моему, ГГ. Но это как минимум минус две стороны. ГГ пишет Way to Sexy. 31 минута. Not today. Ну, слушай, по-моему, Никс вот этим своим выходом и дропом гема игру поломал. Очень сильно повлиял, да. Ну так, наверное, могли дейв, смогли затерпеть, но вчетвером отбиваться очень сложно. Да еще и без байбека. Но в любом случае, я думаю, мы с тобой удивлены. Ну, интересно интересная было развязка. Посмотреть за Not Today. И вроде как такие именитые ребята, как Джейсон, Way to Sexy, я на них делал бы, наверное, ставку. Как мы видим, американский регион не перестает нас удивлять. Это еще его не окончание, если что. Будет. А мы